участник Каннского кинофестиваля. Добро пожаловать на остров Бергмана. Ух ты! Здесь красиво. Слишком красиво. На этой кровати снимали сцены из супружеской жизни. Фильм, который заставил миллионы людей развестись. Ненавижу писать. Так займись чем-то другим. Например, стать домохозяйкой. Достойное занятие. Думаете, реально столько работать и уделять достаточно времени семье? К 42 годам Бергман снял 25 фильмов. Удалось бы ему это, если бы он нянчился со своими 9 детьми? А что ты об этом думаешь? Меня это должно расстроить? Нет, мне интересно, ведь ты его любишь. Ты тоже любишь? Бергман был жесток в своем творчестве и в жизни. Как пишется сценарий? Неплохо. О чем он? О том, как неуловимо меняются отношения в паре. Ну а сюжет? Почему ты ничего не говоришь? Я делюсь с тобой всем. Нет, не всем. Рассказать, о чем я пишу? Да. Девушка приезжает на остров. Там она встречает своего бывшего возлюбленного. Их страсть разгорается с новой силой. Я хочу быть с тобой. Но получится ли у них сохранить отношения? Остров Бергмана. В кино с 16 декабря.